Кресло Нания Космос Пизофикс. Это кресло первой возрастной группы. Рассчитано на детей минимум от 9 месяцев, лучше от года, и до 3,5, максимум 4 лет. Это самое недорогое кресло первой возрастной группы с креплением Изофикс, которое получило в независимых краш-тестах оценку удовлетворительно. Таким образом, система Изофикс не добавила этому креслу безопасности, но тем не менее результат по краш-тестам приемлемый. Данное кресло имеет стандартную по объему чашу для ребенка. Внутри кресла имеется вкладыш для маленьких детей. Будет он использоваться примерно до 2 лет. Дальше вкладыш можно будет снять, кресло после этого станет просторным. Ремни в этом кресле регулируются по отдельности. Соответственно, каждую лямку нужно будет регулировать поочередно. Ремешки переставляются по высоте в 2 положениях. Чаша кресла имеет 5 положений наклона сидения. Регулируется при помощи рукоятки, находящейся снизу чаши. Чехол кресла выполнен из стандартного синтетического материала. Качество изготовления его соответствует цене. Данное кресло устанавливается в автомобиль только по ходу движения и при помощи системы Изофикс и топ-тезер, специального якорного крепления, которое должно находиться, как правило, на задней части вашего автомобильного сидения. К сожалению, в настоящее время еще не все автомобили оснащены данной системой. Чтобы установить кресло в автомобиль, необходимо выдвинуть фиксатор Изофикс. Для этого нажать ручку красного цвета, находящуюся спереди кресла, и, потянув за красный ремешок, выдвинуть фиксаторы. Направить кресло на противоскоп Изофикс в автомобиле и толкнуть до характерного щелчка и появления специальных зеленых индикаторов, сигнализирующих о том, что кресло установлено правильно. После этого необходимо отодвинуть кресло вплотную к вашему автомобильному сиденью. Для этого опять подтянуть за красную рукоятку и толкнуть кресло до упора. Закрепить ремень топ-тезер за соответствующий крючок в вашем автомобиле. И подтянуть ремень. Все, кресло установлено.